Я бы хотел познакомить присутствующих с атемпоральной синхронистической парадигмой, которая предложена мной. И в общем и целом она в истории имеет место быть, так сказать. Вот. Это парадигма. Значит, в Древней Греции Парменид в своем произведении о природе рассуждал примерно следующим образом, что небытия и пустоты нет. Соответственно, бытие и материя непрерывны. Непрерывное делимо, неделимо на отдельные части, а значит, перемещение отдельных вещей есть иллюзия. Вопреки всякой очевидности, никакого движения в пространстве в мире нет. Вот примерно такая логика Парменида. Ну, у Пушкина это, мы знаем, отразилось в его известном, так сказать, стихотворении, в известном четверостишии: «Движения нет, сказал мудрец бородатый, другой смолчал и стал перед ним ходить. Сильнее бы не мог он возразить, хвалили все, ответ замысловатый». Значит, вот если не брать в расчет общепринятое мнение в отношении движения, кто же все-таки из мудрецов прав? Вот мое исследование направлено на этот вопрос основной. Значит, я ставлю проблему следующим образом. В действительности имеются три логические возможности отношения движения и покоя. Признается только покой, вот это Аристотелева физика. Признается, что движение может быть абсолютно и относительно, а покой относительно, это Ньютонова физика. И де-факто признается только состояние покоя, имеется в виду отказ от траекторного движения в квантовой механике. Значит, вот в квантовой механике признается только покой. Я так интерпретирую. Не совсем так. Ну, может быть, я согласен с тем, что тут могут быть возражения, но я думаю, что мы потом к этому, так сказать, мне очень интересно их будут выслушать. Значит, я предлагаю рассматривать движение в узком смысле этого слова как перемещение в пространстве. Не как взаимодействие физического объекта, а как перемещение в пространстве. Вот рассмотрим двигающееся тело, сколь угодно малый промежуток времени, вот за который это тело совершает сколь угодно малое превращение пути. Обозначим такое превращение как момент движения, эквивалентное состояние покоя тела. Ну вот на кадре кинопленки, стремительно летящий в самолет, на одном из кадров, он находится в состоянии покоя. Примерно подобным образом, дифференцируя, интегрируя величины, со времен Лейбница и Ньютона, физика рассматривает движение. Фейнман в 42-м году с помощью своего вот метода, неизвестного метода бесконечномерного интегрирования по траекториям, распространил вот этот подход на микромир. И отсюда, вот из этого фейнманского интегрирования, напрашивается поразительный вывод, что микрообъект двигается в пространстве по всем возможным траекториям. Причем одновременно. И вернемся вот к той парадигме, традиционной парадигме понимания перемещения в пространстве, которая сейчас, собственно, и превалирует в науке. Покой – это состояние, момент движения тела. Ну, следуя законам формальной логики, констатируем, что вот та парадигма, которая обозначена мной в самом начале, то есть покой есть, движение есть сумма состояний покоя, это парадигма прямо диаметрально противоположна другой парадигме, принятой сейчас. Покой – это состояние, момент движения тела. И нам нужно выбрать какую-то одну. Мы можем говорить о том, что эти две парадигмы взаимодополняют друг друга, но при этом мы должны, как мне представляется, выбрать одну, которая является фундаментальной. Значит, какое же основное логическое противоречие вот в этой господствующей, назовем ее так, динамической парадигме движения, присутствует. Вот известно о поле Зенона, которые дошли нас к нам из глубин веков,
И сводятся они к тому, что как возможно, к тонкому вопросу, что как возможно перемещение физического объекта через бесконечную последовательность отрезков пути, ну, если пространство непрерывно. Аристотель в связи с этим противоречием отмечает, что делимо до бесконечности не только пространство, но и время, и поэтому, значит, тело за бесконечно малый промежуток времени проходит бесконечно малый отрезок пути, вот эти все бесконечности в числителе, знаменателе, взаимно сокращаются, и мы получаем, вот здесь противоречие разрешается. Однако представляется, что вот подобное разрешение трудностей динамической парадигмы не распространяется на микромир и движение объекта в микромире. В чем же заключаются особенности движения объекта в микромире? Договоримся под пространством и временем понимать вот умозрительно, бесконечно, потенциально бесконечно делимое, непрерывное физическое трехмерное эвклидовое пространство и физическое время. Значит, противоположное допущение о фундаментальной дискретности пространства и времени, оно логически противоречит, приводит к признанию абсолютной пустоты. Ну а абсолютная пустота, вот как онтологическая какая-то сущность, она противоречит принципу причинности в силу того, что ну какой, какая причинность, какие законы природы могут реализовываться в абсолютной пустоте. И, соответственно, но тем не менее сразу возникает вопрос, а как понимать квантование пространства? И вот Полуян, с Красноярска, вероятно, известный вам, так сказать, человек, который, конечно, занимается очень серьезной интерпретацией квантовой механики, замечательно ответил на этот вопрос. Я процитирую Полуяна. «Единственное понимание квантования пространства таково. Протяженность континуальна, бесконечно делима, но физические процессы таковы, что не требуется пространственных мер меньше определенной величины. На шахматной доске, в кавычках, конечно, шахматной доске пространства нет клеток, но фигуры передвигаются так, будто поле расчерчено». Вот я по этому поводу думаю, что не вызывает сомнений целесообразность привлечения математических пространств для описания вот, перемещения квантовых объектов. Однако вот подобное абстрагирование, то есть привлечение именно математических пространств, оно оправдано только в том случае, если мы постулируем инвариантность фундаментальных свойств именно физического пространства, причем общего для микро- и макромиров. Вот мне представляется только в этом случае оправдано привлечение математических пространств для описания перемещения микромира. Ну и к тому же мы должны допустить, что все-таки микромир более фундаментален, чем макромир, в силу того, что вот как раз макромир не может существовать без микромира, а вот микромир может существовать без макромира, так гипотетически, теоретически. Соответственно, будет предполагать, что вот тот принцип перемещения, который свойственен для микромира, он наиболее фундаментален. Он является фундаментальным. Ну, известно, что познание микромира выявило квантовую нелокальность, которая не согласуется с близкой. Так, а вы придерживаете точки зрения, что пространство и время может быть квантовым, да? Да. То есть вы считаете, что существует некая минимальная единица шажок пространства и минимальная шажок времени? Да, квантовно, конечно, может быть. Но при этом пространство и время непрерывно. То есть в результате все эти изначально, все наши интегралы и дифференциалы надо заменить на суммы и разности. Ведь если у вас оно, если у вас, значит, пространство квантуется таким образом, то у вас вместо интеграла по dx получается сумма некая с неким минимальным шагом. То есть все как бы все вот эти все эти квантовые штуки, между прочим, интеграл Фейнмана тоже надо будет таким образом заменить на другие совершенно математические объекты. То есть, да, то есть речь идет о том, что уважаемый докладчик говорит о том, что пространство и время принципиально квантуемы. Не квантуемы. То есть они принципиальны. То есть есть некий минимальный шаг пространства и минимальный шаг времени. Я говорю о том, что тогда нам все интегралы, в том числе и феймановские, надо будет заменить, разумеется, на сумму. Интегралы, все операторы дифференциалов. Да, все операторы дифференциалов, ковариантные производные, всякие штуки надо будет заменить на эти вещи. Ну, ну что, это хорошая программа для физиков, да? Ну как бы, ну ладно.
Ну, это дело в том, что это дело физиков, а я все-таки с философской стороны на это смотрю. Поэтому... Ну, вы же здесь, если научную точку зрения, не будете здесь нет, да? Поэтому я думаю, что вот как раз дальше я коснусь этого вопроса, что же все-таки физиком. Вот я еще хочу заметить, в чем еще прелесть феймановского интеграла, что он не только у нас интегрируется по бесконечному количеству траекторий, но у нас еще, грубо говоря, он еще и интеграл от бесконечного количества переменных от континуума, феймановский интеграл. Если мы, например, берем какой-то интеграл, пишем по dx, то у нас всего лишь одна переменная dx. Если мы вычисляем объем, то мы пишем dx, dy, dz, а некоторым очень полезно таскать доску с собой всегда. Вот. То так. А если у нас вот этих dx, dy, dz как континуум становится, то мы имеем феймановский интеграл. Видите, что я что хочу заметить? Что здесь даже не в том смысле, что пространство и время дискретное, непрерывное получается у Феймана. У Феймана и количество самих переменных континуально. Оно даже не бесконечно, а континуально. И континуум. А континуум это то, что гораздо больше натурального ряда. Например, вы знаете, да, что в отрезке 0, от 0 до 1 содержится гораздо больше цифр, чем в бесконечном отрезке 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот это особо с Фейнмановского. Поэтому если вы предлагаете нам говорить о дискретности пространства и времени, то мы сразу же отказываемся от большого количества математических объектов, и в первую очередь под большое сомнение ставится и о том, чего вы только что упомянули, то есть интегрирование Фейнманова траектории. Ну, кстати, единственное, что я еще хочу, это математическая сторона вопроса. Как бы вообще с точки зрения физики я не вижу никаких причин, в общем-то, для введения представления о квантовании пространства и времени. То есть для чего это надо? А для вас пространство и время это типа свойство материи все-таки, да? То есть это не априорная форма внутреннего и внешнего чувства. Для меня пространство и время это мысленная конструкция, ментальная конструкция. А, то есть они ментальные, то есть они не существуют в природе? В природе нет. А, их в природе вообще не существует. Ну как же тогда их квантуют, интересно? Нет, ну Василий, почему? У тебя вот так, восприятие так устроено. Что ты хочешь отказаться, вот такая. Ну, может быть, почему нет? Кант же говорит так же, как вы. Ну хорошо. Я просто хочу показать, что, грубо говоря, что вы начав с интеграла Фейнмана по траектории, тут же предлагаете вещь, которая от нее предлагает нам отказаться. Тут же просто. Я подумаю над этим. Значит, в чем же конкретно проявляется квантовая нелокальность? Ну вот функционально связанные квантовые объекты, вне зависимости от относительной дистанции между ними, мгновенно реагируют на положение в пространстве и состояние друг друга. Ну, известные двухщелевые эксперименты, эксперименты Аспока, квантовая запутанность. Все это свидетельствует в пользу вот такой вот связанности квантовых объектов. Второе, что хотелось бы отметить, квантовый объект может одновременно находиться в двух относительно удаленных точках пространства. Ну, квантовый туннельный эффект, принцип неопределенности Гейзенберга, состояние суперпозиции, все это вот в пользу такой констатации говорит. И третье, что хотелось бы отметить, квантовый объект не имеет скрытых параметров перемещения по сплошной траектории. Ну, вот теорема фон Неймана, корпускулярно-волновой дуализм, все это свидетельствует в пользу отсутствия вот этих скрытых параметров. И вот так охарактеризовал все эти квантовые странности Оппенгеймер. Вот я опять цитирую. На вопрос, остается ли положение электрона всегда одним и тем же, мы должны ответить нет. На вопрос, меняется ли положение электрона со временем, мы должны ответить нет. На вопрос, является ли он неподвижным, мы должны ответить нет. На вопрос, находится ли он в движении, мы должны ответить нет. Красиво его сказано. Значит, вот из всего вышеизложенного, думается, есть основания заключить, что основной трудностью в понимании движения в микромире является ненаглядность перемещения квантовых объектов. И вспомним тот самый логический вывод из Фейнмановского интегрированного, который следует, что микрообъект двигается по всем возможным траекториям одновременно. Как такое наглядно представить? И вот такое представление наглядное о движении микрообъекта по всем возможным траекториям одновременно возможно только в одном случае, как мне представляется. Если представить, что микрообъект двигается в пространстве
Если вот эти траектории движения микрообъектов в пространстве дискретные, состоят из точек. А сейчас, можно еще небольшую? Да, пожалуйста. Ну, во-первых, по поводу движения, что оно как-то, движение квантовой механики какое-то особенное. Скажем, волновая функция, да, подчиняется уравнению Шрёдингера. То есть она развивается во времени совершенно детерминистически. И уединенная частица, да, представляющая собой некий волновой пакет, движется в этом смысле совершенно как бы нормально, то есть в обычном нормальном пространстве она нормально перемещается, то есть, условно говоря, имеет определенную групповую скорость, то есть максимум огибающий волнового пакета спокойно движется в пространстве, как движется обычная классическая точка. То есть тут как бы, ну, что в квантовой механике не все так, так сказать, безнадежно, в смысле, с описанием движения. Хорошо, ну... Я готов согласиться, но тем не менее, так сказать, мне хочется продолжить. Вот углубимся в историю. Вот я хочу поговорить немножко о такой гипотезе, как перемещение скачков. Еще с древнегреческих времен известно вот два вида перемещения. Как движение, как последовательное изменение пространственного положения тела, протекающего во времени, мотус, и мгновенное изменение мутации, происходящее вне времени. Анназам, представитель мальтазийской школы Калама, полагал, что вот движущаяся вещь не перебирает все возможные пункты дистанции, но прыгает над ними. То есть средневековая арабская философия могла предполагать, что физическое движение, она рассматривала физическое движение, как уничтожение тела в одном месте и его возникновение в другом, совершенно заново. Ну и как, что то же самое, что эквивалентное там, движение путем скачка, которое совершает тело от одного места к другому, минуя промежуточные места. Лейбницу уже в конце 18 века такого типа движения, перемещения представляется чудом. В случае, если такое чудо будет доказано, то он считает, что было бы доказано существование божества, то есть творца вещей. Гильберт Эбернайс в 1934 году, комментируя одну из апорий Зенона, предложили совершенно радикальное решение, согласно которому вот движение в микромире протекает не так, как в классике, где точка проходит траекторию последовательно и поточечно. Вот к этой же идее близко очень подходил выдающийся физик Яков Фрэнкель, который в 1949 году предложил аналогичную модель регенеративного движения частиц. В 1927 году Гейзенберг, вот логически анализируя вот эту ситуацию с перемещением объектов квантовых, отмечает, что место непрерывной траектории должна занять точечная траектория. А это делает бессмысленным вопрос о местонахождении частицы в интервалах между точками существования и двусмысленным вопрос о скорости частицы в этих точках. Неполный обзор, который я привел, тем не менее, он отражает тенденцию, определенную тенденцию рассматривать перемещение в пространстве как мгновенную телепортацию массы физического объекта. При этом бессмысленно, конечно, говорить о бесконечно большой скорости этого процесса, не впадая в логическое противоречие. Автором, то есть мною, в 2010 году создана теория детерминированной бесконечности, которая постулирует телепортацию массы квантового объекта, реализуемую атемпорально, по дискретной траектории в бесконечно делимом пространстве. Согласно этой теории, атемпоральность перемещения производна от бесконечности пути. Ну, пути в кавычках. То есть у вас... То есть у вас непрерывно получается пространство, а дискретное время? Дискретная траектория. Непрерывно пространство, дискретная траектория объекта. То есть точки какие-то? Точки, да. Значит, если дискретная траектория, значит, объект сам является точкой? Перепрыгивает, ну, в определенном смысле, на точку. Да, да. Объект перепрыгивает с точки на точку. Так, а это, она как ее реализуется? Путем дискретности времени или как-то иначе? Путем исчезновения в одной точке пространства. Время тоже непрерывно. Время непрерывно. Поэтому сам этот процесс перемещения, он не занимает совершенно никакого времени. То есть, да, время непрерывно и это... Время и пространство непрерывно. То есть у нас есть некоторый объект, он находится, скажем, один час в одной точке,
никуда не уходит. Ну, час это громко сказано. Потом еще 5 минут находится в другой точке, и потом еще сутки в третьей точке. И вот у него такая вот совокупность вот этих. Это пространство время оно как бы непрерывно, а объект находится вот так скачками перемещается. Именно так. Какова причина такой скачкообразности? А природа вещей такова. Причина скачкообразности, но я к этому вопросу еще подойду, но предварительно хочу сказать, что причина, как мне представляется, в том, что только такой способ перемещения разрешает вот эти вот многовековые опоры Зенона, связанные с движением. Ну, опоры Зенона, по-моему, по-другому разрешается. В первую очередь хочется сказать, что когда он переходит из точки, где он находился час, в точку, на которой находится 5 минут, он испытывает бесконечное ускорение, значит, испытывает с точки зрения классической механики бесконечную силу действует на него. Да, но это в том случае, с классической точки зрения. Если у него масса, кстати, более отличная. Да. А если рассматривать как исчезновение в одном месте и возникновение в другом, как не физический процесс, само перемещение как не физический процесс, то вот тут единственное допущение, которое вот необходимо сделать для того, чтобы эту ситуацию разрулить. Допустить, что сам этот процесс перемещения в пространстве не является физическим процессом. Ну, то есть вы новые сущности какие-то вводите, да, там вот, согласно принципу Аккама, зачем-то, да, которые на самом деле не требуются. Зачем вводить какие-то сущности непонятные? Вы бы еще более усложняете процедуру движения, чем она есть сейчас. Нет, наоборот. Наоборот, получается, что эта ситуация получает логическое разрешение. При допущении того, что перемещение есть. Ну, то есть, грубо говоря, ахиллес и черепаха движутся прыжками. Почему, собственно, почему в обычном понимании движения возникает какое-то логическое противоречие? Где оно? В обычном? Да. Ну, опоры Зенона же. Ну, опоры Зенона же разрешены. Да, да. Тематически. Что отношение двух бесконечно малых величин является конечной величиной. Да. Это конечная величина, так называемая скорость, она у Хилеса заведомо... Вы же сами говорите про неопределенность 0 делить на 0, и она разрешается. Да, вы говорите о вот этом аристотелевском разрешении опоры Зенона. Ну, я не знаю, можно с точки зрения современной математики. Но дело в том, что не проходит это... Дело в том, что вот скрытых параметров нет у квантового объекта. Так и здесь мне не нужны скрытые там параметры. Там не нужны, да. Здесь квантовая механика, мне кажется, представляется даже совсем и ни при чем она. Да. Просто дело в том, что действительно у нас, что было невозможно для Зенона и Парменида, для нас совершенно возможно. Отношение двух бесконечно малых – конечная величина. Это отношение бесконечно малого расстояния к бесконечно малому времени является мгновенной скоростью. Мгновенная скорость поэтому этого, поскольку мы знаем, что мгновенная скорость Ахиллеса быстрее, чем черепахи, то она ее обгонит. Для них вот эта сама операция бесконечного вложенного, она у них была запрещена, поскольку они не умеют... Вот все то, что вы говорите, совершенно справедливо, но с точки зрения вот, господствующей сейчас парадигмы. Ну, я-то говорю о другой парадигме. Так мы-то говорим о том, что эту парадигму господствующую нет никаких причин менять. То есть она не приводит к никаким существенным противоречиям. Вот тут я не уверен. Ну нет, я как раз думаю, что есть причины ее менять, но тем не менее мы не очень понимаем, что мне это вам не нравится. Если это не опора Зенона, то что вам не нравится в господствующей парадигме? Мне не нравится... Что нет траектории. Что нет траектории не нравится. Нет траектории. Да. Но у вас, получается, тоже траектории нет. У вас тоже прыжки, это тоже не траектория. Это траектория, но состоящая из... Самое смешное, что и в квантовой механике тоже есть траектория. Если вы не интересуетесь импульсом частицы, а интересуетесь только ее координатой, грубо говоря, то у вас есть траектория. И потом я говорю, волновой пакет, да, максимум огибающий волнового пакета передвигается как классическая частица. То есть совершенно по детерминистическому закону. И в пределе она стремится к дельта функции. Вот вы говорите об описании перемещения, но не о сущности, понимаете? Тут есть все-таки несколько разные, мне кажется, подходы. Я-то стараюсь вникнуть в сущность, а вы говорите об описании этого. Описать можно все, что угодно, и совершенно по-разному. И будет прекрасно, понимаете? А вот если как бы глубже сущность самого процесса углубляться, вот тут и возникает сложность. Ну, если говорить о сущности процесса, можно рассматривать, допустим, квантово-механический объект просто как некое облако, допустим, которое распространяется. Как волну. Как волну. Волны же в классической физике существуют. И к волне тоже трудно приписать какую-то траекторию. Вы сами понимаете, что такое волна. Не траектория. Вот Инчилин, кстати, такой, вот у него близко к тому подходу, о котором вы говорите, да, Инчилин.
не читали, да? Не знаю. Ну, вот он, так сказать. Хорошо, тогда можно я продолжу? Да, продолжите, пожалуйста, позвольте. Да, я, мне очень интересно, ну, что ваши замечания. Уточнение. Я не совсем, так сказать, может быть, вникаю в их суть, поскольку этот текст буквально вот появился на днях уже окончательной редакции, поэтому мне сложно его, так сказать, еще и донести. Поэтому, а я думаю, что потом, когда закончу с текстом, нам будет проще уже, и вам будет понятнее, о чем все-таки до конца идет речь. Значит, ну вот Декарт считал, что в мире, где нет пустоты, где непрерывная материя заполняет беспредельное пространство, невозможно ни одной частицы сдвинуться со своего места, иначе как передвинувшись на место другое, которое в свою очередь становится на место третье и так далее. То есть, если мы допускаем немножечко, что вот перемещение все-таки атемпорально, от точки к точке, вдоль вот этой дискретной траектории микрообъекта, тогда у нас получается, что вот к этому единичному перемещению одного объекта цепляется целое бесконечное множество других перемещений. Поскольку они атемпоральны, это бесконечное множество. И полагать, что они по какой-то замкнутой траектории происходят, тоже будет не совсем точным, потому что это, ну, просто маловероятно, чтобы они по замкнутой траектории перемещались. То есть, вот, иначе говоря, цепи взаимных перемещений в микромире, исходя из этой модели, они бесконечны. Функционально связанных объектов. Следующая позиция, которой бы мне хотелось коснуться, это метаболическое движение макротел. Ну, я думаю, что вы знакомы с фамилией Левич, да? Нет. Нет, это москвич. Это москвич, как бы директор Института времени в Москве, так скажем. Вот. Да, есть, да, такой институт. Существует. Как фамилия? Вот, Левич. Директор по времени. Ну, да. Нет, это просто речь идет о, разумеется, не академическом институте. Это не академический институт, это самоназванный институт. Но, между прочим, именно у них на сайте самая полная подборка работ Козырева существует. Вот именно у них на сайте. И вот у Левича, да? На сайте вот этого, все это время, да. Это как-то ООО, еще, да? Типаральное общество, как-то они еще называют. Да, у них там названий много, но, во всяком случае, у них там... Они собираются, как ни странно, в МГУ на физическом факультете. На физическом собираются, а на сайте Института философии у них их страничка есть. Ну, я вот когда Козырева качал, я оттуда качал. Так вот этот Левич предложил метаболический тип движения. Вот что ну, представим себе, что макротело действительно передвигается в пространстве... Скачком. Нет, нет, не скачком. Оно состоит из микрообъектов, во-первых, макротело. Потом оно перемещается в пространстве во времени, так, как это описывается классической физикой. Все. Так же оно и перемещается, на самом деле. Но движение происходит по Левичу не путем раздвигания элементов субстанции, а путем их замены в системе, вхождения в систему одних точек и выхода других. Подобная замена одной точки другой, мы уже отмечали, не мыслится как некий совершенно синхронный процесс перемещения целого несчетного множества функционально связанных объектов. Так вот, вот это вот метаболическое движение по Левичу очень наглядно согласовывает вот этот атемпоральный принцип перемещения в микромире с классическим принципом движения объекта. А как это атемпоральный вид перемещения? Это что-то я вот уже не понимаю. Атемпоральный, то есть перемещение, то есть то, о чем мы только что говорили, о том, что микрообъект перемещается вот дискретно. А, прыгает. В дискретности, да, совершенно мудально. И не во времени. Не во времени, да. Это, по-моему, покруче даже представление в абсолютном пространстве. Нет, ну давайте попытаемся эту гипотезу понять. Ну, то я тоже знаю вот такой вид метаболического перемещения. Это так называемая волна обычная, да? Согласитесь, что волна — это не то, что у тебя составляющие ее атомы или молекулы, да, где-то молекулы воды, допустим, они едут вместе с этой волной, куда-то там поехали. Они передали свой импульс, остались на месте. И волна таким образом, она реализуется все время на новых элементах субстрата, но при этом она именно волна, как некая ценность. Вот у меня в голове вот только эта картинка остается. Как движение среды, ты хочешь сказать? Волна в среде, да. Волна в среде. То есть у тебя все эти частицы, они стоят на своем месте, просто... А волна идет. Ну, типа как звуковая волна. Если среды нет, то и волны нет. Водяная, я сказал, да. Ты говоришь звуковая. Ну, гидро там волна, это понятно. Любая. Да. Любой среды. То есть это вот это такой объект, да, понятен. Вот это мне в голову. В электромагнитном поле-то какой там среда какая? А, ну в максвеллской комплекте это эфир, конечно. Эфир, ну. Электромагнитная среда. Нет, эфир, вот, эфир. И было представление об эфире, кто переносил из понятия волны на электромагнитное явление. Они говорили, если есть волна, то должна быть то, чего мы и колеблемся. Эфир.
Может, дадим автору договорить? Нет, мы просто спрашиваем. Нет, ради бога. Мы просто пытаемся понять, что это такое. То есть у меня получается вот только вот эта вещь, да? Вот, то есть его метаболическая Таилевича, да? То есть она вот, казалось бы, в этом нет ничего нового. Вот казалось бы, вот это просто обычная волна, вот, она вот так живет. Тем не менее, вот такое движение по Левичу, оно вот нейтрализует тот самый страх утраты движения, который свойственен очень многим, так сказать, физикам, в том числе, что, дескать, боимся потерять физичность движения. Вот. И, ну, это моя интерпретация. Да, потому что мне казалось бы, волна, но привычный для физиков объект. Никакого страха никто с ней не испытывает. Единственное, есть неприятности с тем, что электромагнит, она как, волна, как система уравнений, перемещенного волнового, да, написано, описано Максимом. Но следы так и не нашли, так называемого эфира. Вот так его как бы и нет. Вот, может быть, с этим страх связан. Но сейчас на самом деле возобновляет эту гипотезу. Люди к этому привыкли жить без эфира, и живем без эфира. Не, считается, что в новых экспериментах Морли там было установлено, что эфирный ветер есть. Есть даже работы посвященные. Это другое. Просто вот здесь все-таки, наверное, вот этот Левич, которого интерпретируют, он же что-то считает, что за этим есть нечто, нечто за этим, вот констатация такого факта, что движение происходит типа волны, да? Какое-то новое содержание, да? Ну, смысл, суть этого движения, как я понял, в том, что не выталкивает субстанции одну другую, да, а то, что замещает. Точки одной субстанции заменяют точки другой. Да, конечно. Но это есть волна. Как волна. То есть у нас импульс передается, грубо говоря, а частицы остаются на месте, они никуда не передаются. Ну, так и квантово-механическая, казалось бы, тоже волна, только волна вероятности, в первую очередь. Частицы там волны. Ну, ладно, нет, просто интересно, но Левич на это обратил внимание, просто в чем новизна? Это вам судить, в чем новизна. Мне, например, ближе представление, что все-таки пустота есть, тогда никаких проблем таких нет. Если есть вакуум, так сказать, у нас все проблемы связаны, что что-то одно должно толкать другое, такое не возникает. Не, ну, во-первых, как бы в современной физике, так сказать, есть частицы, как реальные частицы, и есть вакуум. Вакуум – это не пустота в смысле… Отсутствие всего. Да, отсутствие всего. Это тоже это некая физическая сущность, просто она немножко отличается как бы от реальных частиц. Вот. Вакуум – понятие относительное. Для частицы нечто, в чем оно летит, оно вакуум. Там. Ну, то есть, в зависимости от уровня реальности, вакуум разный. Вот для нас воздух в каком-то отношении вакуум. В современной физике вакуум – понятие не относительное. Это понятно. Я просто имею в виду, для нас, допустим, для наших тел, воздух представляет как бы вакуум. Мы в нем, хотя он физически не вакуум, но мы в нем, он для нас прозрачный. Ну, и да, также для каждого объекта. Другой ноутбук и дышится в нем. Нет, ну это понятно, что это же некая метафора. И точно так же можно опускаться вниз и представлять о том, что вот для определенного уровня организации материи как бы и вакуум просто свой. Вакуум понятие относительное. Хотя я согласен с тобой, что действительно на каждом этом уровне вакуум представляет нечто физическое. Как вот для нас воздух. Там для электронов там вакуум другой, там для рыбы вода. Для рыбы вода и прочее. Да, это очень напрашивающееся на самом деле. Да, для электрона это некое позитронное отверстие, все нижние состояния заняты позитроном. Uh-huh. Вакуум Дирака, так называется. Мы же привыкли сейчас все смотреть в качестве чего-то относительного, правильно? У нас же нет ничего абсолютного. Нет абсолютного вакуума. Есть это только относительный вакуум. Ну вот да. Так, вот, да. Интересно, что Левич за этим. Ну, наверняка может за этим не знать. Ну хорошо, да, давайте. Можно дальше? Да. Значит, еще один москвич, тоже очень интересный, Владимир Иванович Фалько, предложил совершенно замечательный подход к фундаментальным типам реальности. Значит, он рассматривает не реальность не, так сказать, вот дуалистично, как сейчас обычно принято, значит, вот, материальная идеальная реальность. Он рассматривает, он делит на 4 части лист. И получает 4 типа реальности. Вот физический процесс, который реализуется в пространстве и времени, физическое взаимодействие. Информационный процесс, который реализуется в пространстве, но не во времени. Ну, как то, физические законы, допустим. Перемещение объектов, вот, в соответствии с моим подходом. Психический процесс, который реализуется во времени, но не локализуем в пространстве. То есть невозможно, так сказать, привязать человеческую, так сказать, мыследеятельность, психическую деятельность к какому-то конкретному, там, к
к совершенно конкретной жесткой какой-то системе координат в пространстве. И духовный процесс, который реализуется вне времени и вне пространства. Вот этот подход, такой четырех типов фундаментальной реальности Фалько, он выглядит очень правдоподобен в свете как раз того принципа развлечения, который тоже известен в философии, что если уж существует пространство, должно существовать и время со своими специфическими процессами. И если мы объединяем пространство и время в единую конструкцию, должно и существовать некая реальность, которая вне пространства и времени. То есть существует то, что имеет различия. Вот я в связи с этим принципом, с этим принципом очень согласуется тот принцип, который я вот сейчас предлагаю. Он тот атемпорально-синхронистический принцип, который мне бы хотелось предложить вам, он состоит из трех, ну, таких более элементарных принципов. Вот первый – это принцип атемпоральности перемещения квантовых объектов в пространстве. Смысл его в том, что элементарное перемещение квантового микрообъекта атемпорально и реализуется по дискретной точной траектории. Вот то, о чем только что говорил. Второй принцип – принцип синхронистичности квантовых перемещений. Что перемещение функционально связанного множества квантовых объектов реализуется абсолютно синхронно. Это второй принцип. Третий принцип – принцип атемпоральности пространственной связи. То есть существует специфическая информационная связь явлений в пространстве, которая реализуется вне времени. И если все это собрать в одно целое, в одну корзинку, то мы получим некий общий атемпорально-синхронистический принцип, который можем сформулировать следующим образом. Специфическая информационная связь явлений в пространстве атемпорально и синхронистична. В том числе атемпоральное перемещение квантового объекта и синхронизировано с перемещением множества функционально связанных с ним объектов. Ну, я слишком быстро это все, так сказать, но для восприятия может быть очень сложно. Вот. Тем не менее, вот для того, чтобы проверить, насколько этот принцип справедлив, мне предлагаю некую программу такую, так сказать, возможных исследований, в том, для того, чтобы этот принцип проверить или его развернуть. Первое что, предложение, которое я мне хотел сделать, это что поскольку вот перемещение микрообъекта не является физическим процессом в соответствии с подходом, с теорией детерминированной бесконечности, с подходом, с таким, который вам предложен, каковы теоретические, физико-математические аспекты подобного подхода? Вот уже частично меня радует то, что вы как раз самую суть-то и схватили. А что это меняет? Потому что один из вопросов, который мне задан был на конгрессе философском в Нижнем Новгороде, значит, задан вопрос такой: а зачем вы что-то новое предлагаете, когда и так все хорошо? Я говорю, что я ответил таким образом, в том духе, что я ничего нового совершенно не предлагаю. Я предлагаю новую интерпретацию философскую. А физико-математический аппарат, нужно ли его менять и как, это уже решать не мне, это физики пусть решают. Если эти идеи, они логичны, они каким-то образом, так сказать, разумны. Второе, что я бы хотел предложить вот, в плане развития этого нового подхода. Необходимы эксперименты по телепортации, в том числе по туннелированию множества микросистем и анализ этих экспериментов с позиции антопорально-синхронистической парадигмы и других конкурирующих подходов. Значит, известно, что уже проведены эксперименты по туннелированию 10 в пятой степени электронов одним пакетом. Вот, значит, эксперимент, который я предлагаю, может быть таким образом, выглядит таким образом. Пусть некоторое множество микрообъектов, имеющими координаты там, x1, y1, туннелирует в область с координатами x2, y2. В тот же момент множество микрообъектов, занимающих координаты x2, y2, туннелирует в область с координатами x3, y3. А множество частиц, имеющих координаты x3, y3, туннелирует в область с координатами x4, y4 и так далее. Предсказание, исходя из атемпорально-синхронистической парадигмы, будет следующим. По мере увеличения количества звеньев в вышеприведенной цепи, время процесса не изменится, а будет постоянно стремиться к нулю. Вот сколько бы мы ни наращивали звенья, все равно время будет... У меня после нечего много, то можно резать на пальчик. Да, наверное, это сложно, наверное, это дело может быть далекого будущего, но мне представляется, что теоретически это возможно. Даже не очень понятно, как можно... Значит, как, там электроны же, они же неразличимы. Как мы будем ловить их, а потом отправлять дальше? Да, они неразличимы. И самое главное, вам параллельно нужно сделать так, чтобы их могли посчитать, да?
Конечно, надо... как мы можем их пометить? Пометить? Нет, не их посчитать, а посчитать время. Мы их пометить не можем, понимаете, пометить не можем. Для того, чтобы вам их... чтобы... Нужно знать, какие ушли сюда, какие ушли... Вам надо хоть знать, сколько их, понимаете? Ну, пометить надо, надо какую-то метку. И вам надо знать, это что означает, что вы должны... Или те же самые или другие, те же самые или другие. У оператора количество частиц сидеть в их собственных состояниях. Да? Не, ну ладно, без математики просто. Если да, просто это рассматривать дело воображаемым образом, то вам нужно пометить электроны и каждый раз те же самые отправлять дальше. То есть это выглядит... Это нереально. Ну а как? Потому что электроны неразличимы, вы никогда не можете доказать, что это те же самые, а не другие. Что у вас система не пришла сразу же в четвертое состояние, а прошла через 1, 2 и 3. Не, ну как электроны неразличимы? Так, точно так же можно сказать, что и люди неразличимы. Не, люди различимы, электроны различимы. Ну, да, я думаю, что это, в общем, очередная абстракция научная, которая, в общем, тупиковая, что неразличимы они. Нет. Каждый объект физический, с моей точки зрения, он имеет, то есть в силу того же принципа различения, он существует только потому, что он отличается от всех других объектов. Сколько бы их ни было. Он отличается только процентом. Он отличается. Мы не можем, пока, может быть, пока мы не можем его отличать. Только своими квантовыми числами. Сам по себе он не отличается. Вот мне кажется, что это как раз не соответствует вот этому принципу развлечения, философскому принципу, который... Просто вы смотрите, о чем говорит эта вещь. О том, что числа, они не различимы. Что это означает? Это означает, что у вас волновая функция в любой макроскопической системе либо симметрична, либо асимметрична. И это очень сильное утверждение, что оно настолько многократно проверялось на практике, что как бы очень сложно этот принцип подвергать сомнению. Ну да, это, конечно, абсолютно. Это очень важно. У нас фундаментальные различия между частицами микроми, они фермионы, вторые бозоны. Фермионы, которые подтверждают статистики Ферми, влияние симметричной волновой функции. А бозоны — это бозон Эйнштейна, который асимметричную волновую функцию. Вот давайте так. Совершенно одинаковые шарики металлические, макро, например, да? Они совершенно отличные. Одинаковые шарики. Они на вид, ну никак их не отличить, да? Да. Под микроскопом посмотрели, да, вот здесь, да, электрон, да, не здесь немножко другой. Я думаю, что и здесь такая же ситуация. Да. Нет, это абсолютно невозможно. Вы же с этого же начали, с самого начала, о том, что квантовая механика не содержит скрытых параметров. Да. Я не говорю о скрытых параметрах. А вот это скрытые параметры. Да, есть. Да. Когда в микроскоп посмотрят, это скрытые параметры. Я говорил о скрытых параметрах перемещения. Об отсутствии скрытых параметров перемещения. В данном случае мы говорим о том, что каждое явление, каждый объект в природе, он феноменален. Либо не феноменален. Вы отрицаете, вы говорите, что нет. Да. Существует группа объектов, которые это абсолютно одинаково. Да, абсолютно одинаково. Да. Вот я, мое утверждение прямо противоположное. Потом вы посмотрите, допустим, вот, допустим, даже, ну так, условно говоря, ведь электроны, да, два электрона, вот они находятся в какой-то разных точках, они при взаимодействии как бы слились, потом разлетелись, где первый, где второй? Это как две капли воды, они слились и разлетелись, где первая, где вторая капля? Ну, давайте так, говорить о том, что любой объект вообще в природе, с моей точки зрения, он не тождествен даже самому себе. Он меняется, так сказать, поэтому все-таки мне кажется, что здесь именно субъективно мы не можем отличить, так сказать, явление, а не... Это такой же разговор, опять-таки, о скрытых параметрах. Это, подождите, если вы не можете, если принципиально мы их можем различить, значит, это что означает? Что, например... Никакого обменного взаимодействия не бывает. Да, не бывает обменного взаимодействия. Все, кранты, в современной физике нет вообще. А вы только что, в начале своего доклада говорили о как бы, мгновенной как бы, синхронизации поведения квантовых объектов. Да. Оно основано на принципе неразличимости. Ну, если вы имеете в виду эксперименты Аспека, когда... Да нет, я не какие-то эксперименты, когда Аспек, которого я даже не знаю, честно говоря, а они просто самые элементарные основы квантовой механики. Вот если говорить об экспериментах Аспека, то речь идет о том, что... Речь идет о... Это разрешение теоремы Гойла. Соответственно, с которым вот от одного атома два фотона летят от одного атома. Один, так сказать, в одну сторону, другой диаметрально противоположный. Если на пути одного фотона находится прибор, который изменяет полярность его, то второй тоже мгновенно изменяет свою полярность. А, это понял. Это, значит, экспериментальная проверка Розенбаума-Подольского. Да, да, да. Ну, фактически, да. Ну, известная вещь, да, известная вещь. Вот. То есть, речь идет о том, что в данном случае имеет место телепортация состояний. Массы телепортации нет. Вот это как раз неизвестно.
Это как раз неизвестно. Ну, такой действительно эксперимент есть. Ну, нужно различать телепортацию массы, с моей точки зрения, телепортация состояния. Нет, в данном случае мы имеем дело с телепортацией состояния. Просто речь идет действительно, мы этот вопрос уже неоднократно обсуждали, что действительно Эйнштейном, Розеном и Подольским когда-то был предъявлен некий эксперимент, который, казалось бы, должен привлекать квантовую механику. Обе эти группы на тот момент, я эту дискуссию очень хорошо знаю, между собой обсуждали, по каким причинам эксперимент Розена-Подольского невозможен. Группа Бора, с одной стороны, по своим причинам, и группа Эйнштейна по своим причинам. В конце концов, ребята в 70-х годах его поставили, а сейчас их часто ставят. В начале 80-х. Да, сейчас их очень много наставили, этих экспериментов. Оказалось, что подобного рода вещи есть. То есть, на самом деле, то, что они считали невозможным... Подход Эйнштейна несостоятельный, в данном случае, оказался. И как и Бора. И Бора? Да, как и Гагарин, скажешь, интерпретация квантовой механики точно так же. Ну, в чем их аргумент? Я напомню, в чем их аргумент, почему это невозможно. Потому что они говорили, что измерение любого объекта, она состоит в том, что как бы прибор влияет на состояние собственного объекта. Если мы его, и когда мы измеряем поляризацию фотона соответствующим образом, мы ее здесь меняем таким образом, а когда мы меряем там в другом месте, мы ее тоже меняем произвольным образом. И таким образом у вас, из-за того, что у вас есть два детектора, у вас эти два состояния оказываются рассинхронизированы. Вот это аргумент Бора, почему это невозможно. Почему так? На самом деле, они показали высокую корреляцию между собой. Если ты взял два пересекающихся фотона с перпендикулярной поляризацией, то у одного из них, значит, получается, если мы померили, он перпендикулярен, вот так, вверх стоит, да? То у другого, грубо говоря, фотон, там, по-моему, то всегда вниз. Вне зависимости от предмета. Ну, общее... Да. Волна функция должна сохраниться. Да, и это в результате оказалось, что Пинкагинская школа так идет лесом, туда там даже, куда идет и Эйнштейн, Розен, Подольский. Вот в этих экспериментах. Это действительно является большим вызовом для квантовой механики, вообще для современной физики. Безусловно. Экспериментальное подтверждение парадокса Эйнштейна, Розена, Подольского является большим вызовом для современной физики. Это безусловно так. Но тем не менее, я не думаю, что в данный момент можно каким-то образом говорить о том, что этот эксперимент каким-то образом подвергается мнению принципа различимости частиц. Почему? Откуда понятие спутанных или смешанных состояний возникает? От тем, что у вас волновая функция двух фотонов, а не поскольку бозоны, она симметричная. Вон она, симметричная, да? Получается. Раз она симметричная, то таким образом у нас и получается эта замечательная связь, что если поляризация одного в одном направлении, то другого в другом тоже. Вот она отсюда и возникает. А если бы они были различимы между собой, то говорить о симметричности волновой функции было бы нельзя, и таким образом никакого Розена-Подольского бы не было. Хотя это, кстати, аргумент в вашу сторону. Потому что, нет, не аргумент, вообще это непонятно. Я не вижу связи. Вот. Непонятно что, да? Нет. Нет, там же, по-моему, эксперимент Розена-Подольского основан даже не на симметричности волновой функции, а на том, что просто мы изначально готовим состояние с определенным спином, да? И просто он сохраняется, он же сохраняться должен. Ну да. И если ты померил, да, у тебя в одном направлении, значит, скажем, с нулевым спином, да, изначально готовим состояние, то, соответственно, должно быть оставаться и в дальнейшем с нулевым. Да, но из этого же следует, да, что у тебя один спин вверх, второй спин вниз. Да. Да. Вот у тебя две сетки. Не, можешь действительно вывод сделать, что у каждого из фотонов и существует собственное состояние внутри системы, и оно сохраняется во времени. Но оно заранее известно было, какое у одного, какое у другого. Измерение только установил. Что... Нет, как заранее известно. Дело в том, что когда ты... Нет, я говорю, можно так рассуждать. Да, так рассуждать нельзя. Да, но тогда-то у тебя повисают все дифракционные опыты. Ты не можешь дифракционные опыты. Дело даже не в этом. Ведь когда мы меряем что в эксперименте? Меряем проекцию спинов фотонов на определенное направление. Но это направление мы можем выбрать произвольно. Да. И поэтому получается, что влетающий фотон имел определенное, уже изначально имел определенную проекцию спина, не проекцию. Произвольное направление. Это, кстати, аргумент. Не, он не проекцию имел. Он имел просто некий вектор, как вот это... Момент, да, это движение. Просто он имел его в пространстве, и все, и сохранял. Момент движения. Мы-то всегда меряем проекцию спина.
каждый, вот ты меришь по этой, вот, этот момент пространства. Если бы это был классический вектор, мы бы скажем, а мы бы выбрали там под углом какую-нибудь ось измерения. Да, у тебя бы там был там не единица, скажем, а там какой-нибудь там. Это, кстати, сильный аргумент. Один на корень из двух, допустим. Без всякой дифракции показывает, что Розена Подольского просто противопостоит вот такому вещу. У тебя же всего, когда ты выбираешь произвольное направление, в любом направлении, у тебя значение спина могут быть либо плюс 1 вторая, либо минус 1 вторая для электрона. Ничего другого невозможно. У тебя же невозможно. Так 1 вторая и минус 1 вторая, это же не амплитуда же. Это же просто направление. Это значение импульса. У тебя как бы спина имеет, как бы сама величина, общая величина спины имеет. В чем она измеряется, 1 вторая? Это же просто. Почему? 1 вторая постоянная планка. А, это на самом деле длина, что ли, этого спина, получается? Как? Ну, величина. Величина. Да. Ну, что ты меряешь там, смотря? Либо магнитный момент, либо орбитальный момент. То есть, это не про... то есть, если мы хотим мерить проекцию, то, тем не менее, это как бы не проекция, да, получается? Каждый раз 1/2 получается. Да. Вот это аргумент, кстати, серый. Да, тогда получается, что нет такого момента движения, которое в пространстве просто сохраняется. Да. То есть, нету состояния. Вот всяких без изучения дифракции бы чуть-чуть в голову раньше не приходило. Действительно, тем, что ты произвольно выбираешь направление, получается, то ты меряешь его эту штуку. Вот действительно, Стас... Значит, частица не имеет своего состояния, собственно, она является только неким... входит в систему и имеет только состояние системы, отсюда следует. Да, это очень хитро получается, да, что она так. Что она входит только в систему, да, одна из элементов. Есть, собственно, состояние только системы, и говорить можно только о состоянии системы, а внутри системы каждая частица, она вот непонятно как. Да. Ну, непонятно-то как, но с другой стороны, к сожалению, что иногда бывает понятно, и понятно очень неприятным для нас образом. Потому что мы взяли, померили на одном краю галактики поляризацию фотона, а и таким образом... Знаем, что на другом. Да, так мало того, что... И это мгновенно. Да, что сам фотон-то откуда об этом узнал? Ну, есть такие концепции, на самом деле, да, ну, в частности, что мы, как бы, о связи с помощью тахионов, но не таким образом, что... вылетает какой-то тахион, как некая новая частица, да, из одной точки пролетает в другую, а что как бы размазанный по всему пространству, как бы вот это двухэлектронное состояние, да, является той средой, в которой распространяется сверхсветовая волна. Но все равно же это же какая-то конечная скорость, а там мгновенно. Она может сколь угодно большой быть, сколь угодно. Не, но все равно представление о бесконечной скорости это не физическая вещь, понятно, да? Это невозможно. Ну, хотя в скачках, да. Нет, в том числе и дело. Тут принципиально. А как, допустим, вообще бессмысленно говорить о скорости вот в соответствии с такой потерей. Понимаете, а еще вот вопрос о скачкообразном, сейчас видите просто. В скачкообразном движении квантовых ракетов, вы говорили, есть еще какая-то одна странная как бы вещь. Тогда, получается, мы должны интерпретировать квантовый объект как точку. Почему? Да. Почему? А как? Если он не точка, значит он уже как бы не в конкретной области, где тогда дискретность пространства, он уже находится в какой-то конечной области. Нет, с какой точки зрения эта область конечная? Если рассматривать пространство, оно бесконечно делимо. Эта область, если с точки зрения изнутри пространства рассматривать, это бесконечность, везде бесконечность получается. А если с точки зрения вот с нашей с вами, наблюдателя, да, то вполне конечно все. Нет, но я имею в виду, что как, что перестать... Протяженка пространства имеется в виду. Ведь объект любой физический, там, квантовый, не квантовый, он имеет какие-то размеры. Безусловно. Так а как бы что перескакивает с точки в точку? Масса объекта. А как это? Масса не имеет пространства локализации. Это как бы это какой-то параметр. Перескакивать может, условно говоря, как вот, не знаю, там, центр масс. Нет, ну да? Каждая точка этого пространства, этого протяженного объекта перескакивает соответствующим это образом. То есть этот структурированный объект... Получается, у вас... Просто вот такая дискретная трансляция получается. Ну, условно говоря, есть какое-то, да, как облачко маленькое, частица, да? И она просто таким дискретно вот так вот транслируется, да? Так что, да. Сохраняя свою структуру. Так можно рассматривать это, да. Именно вот с моей точки зрения, ваша вот сейчас вот мысль ваша очень точна. Ну, хорошо, давайте дальше просто обсудили. Теперь, значит, несколько слов хотел сказать о связи времени и связи пространства. В соответствии с представлением Лейбница, существует активная сила, которая соединяет присутствующее здесь с присутствующее в другом месте. И присутствующее в настоящем с присутствием, происходящее в прошлом, происходящее в настоящем и происходящее в будущем тоже в одну цепочку. Это Лейбница, так полагал.
Действительно, вот прошлое, будущее и настоящее в природе связывают два вида связи. Причинность – это генетическая связь явлений, когда одно явление порождает другое. И детерминизм – коррелятивная связь явлений. Вот что такое детерминизм? Вот я родился в 1957 году. Гагарин полетел в космос в 1961 году. Два события. Одно раньше, другое позже. Никак причинно не обуславливает одно событие другого. То есть мое рождение никаким образом не обуславливает полет Гагарина в космос. Но тем не менее, эти события так или иначе связаны. И связь коррелятивная, не причинная между этими событиями. Ну как мы связаны? Мы там в одной стране жили, мы одним языком, на одном языке говорили, в конце концов. То есть мы мужчины были оба. То есть, ну, связь какая-то существует, но не причинная между этими событиями. Значит, и таким же образом, ну уж поскольку есть связь во времени, то совершенно логически, в силу того же принципа развлечения, что существует то, что имеет различие, должна существовать и связь вне времени. То есть связь, которая цементирует настоящее в одно целое, в настоящий момент времени. Или настоящее как сущность. Вот, учитывая все это, я предлагаю понимать под синхронистичностью вот такой вот особый вид связи в природе, особой характеристикой которого является вневременность. Значит, настоящее существует в действительности как некий поперечный срез реки времени. На том же самом онтологическом основании, с которым прошлое, будущее существует. Единственное, что в настоящем заложена потенция будущего. И вот Спасков, минчанин, кстати, тоже физик, философ, совершенно замечательную гипотезу предложил. Он предложил вообще понимать, что раз у пространства есть там три измерения, у физического пространства, то у времени тоже есть два измерения. Одно измерение – это вот то, что происходит в настоящий момент времени. Вот настоящее – это одно временное измерение. Мы можем говорить о том, что существует только в каком-то смысле. Существует только настоящее, потому что прошлого уже нет, будущего еще нету, но существует только настоящее. Вот это одно временное измерение. Но мы можем говорить о том, что все, и вот такому временному измерению, да, о котором говорит Спасков, соответствует динамическое время. Но есть еще и статическое время, то есть которое, когда мы говорим о времени, мы подразумеваем и прошлое, и настоящее, и будущее. То есть периодичность неких процессов. Но если первому динамическому времени соответствует точное время и дата настоящего момента, да, то второму, скажем, календарный год статическому времени, соответствует календарный год. То есть некая периодичность любого процесса. Не знаю, квантовый это процесс, астрономический процесс. Но любой процесс он имеет некую периодичность, некую размытость в прошлом, настоящем и будущем. То есть, минуточку, то есть у нас как бы получается... Время создается двумя параметрами. Одно из них просто наше обычное время, да? С одной стороны. А с другой стороны некий параметр, который дискретным образом меняется, да? Да нет, но есть циклические процессы. Циклических процессов типа время циклическое, как-то так понимаешь. Нет. Не так. Понятно. Ну как, ну, вращается Земля вокруг Солнца. Типа циклический процесс более-менее стабильный. И можно отсчитывать время, как вот это вращение вокруг Солнца. Как количество разов вращения. Нет, но оно дискретное или нет? Вот это время ваше дискретное второе? Ну, в каком смысле? В фундаментальном смысле? Ну, просто спасибо. В фундаментальном смысле ни время, ни пространство, ни дискретное, а непрерывное. В фундаментальном смысле. Нет, вот это второе. Ну, мы, грубо говоря, время... Так мне непонятно, зачем циклические процессы называть новым временем, если это просто какой-то отдельный процесс. Есть процессы там не циклические. Понимаешь, это получается таким образом, что каждому почему это на другой процессу, время, каждому процессу ты как бы у тебя есть многообразие, которому составляешь два параметра. Первое это время в его личной вселенной, а второй параметр это, грубо говоря, нумерация твоих вселенных. То есть я каждая вселенная дискретна, например, год. Да, внутри. Хотя каждая вселенная дискретна, но у нее внутри нее течет еще свое время. Вот так я понимаю эту штуку. И вообще здесь напрашивается разговор о временных объектах, о темпоральности, в смысле Но я понимаю. Не в этом смысле. Я понимаю. Это просто... Минский исследователь. Это как раз более интересный подход просто был бы. Если бы рассматривались объекты протяженного времени. Надо попытаться понять, что это значит. Что получается, что действительно надо всякий раз указать атлас с карт во времени. Как и в общей теории относительности Эйнштейна.
То есть, как я рассказывал, с чем ты работаешь, ты должен всегда указать карту в данном атласе, и атлас должен сам указать. То есть, должен указать. Не, ну, если вдуматься, ведь как мы измеряем время? У нас есть некий периодический процесс, да? И мы считаем, мы говорим, что вот этот периодический процесс циклический. У нас он тянется как бы до бесконечности. Мы его много раз делаем, и мы все время живем в одном времени, понимаешь? Мы живем в одном времени. А теперь представь себе Вселенную, в которой все повторяется. Вот. Стас родился, умер, и через сколько там, какой у нас там, 999 лет, да, номерологический. Вечное возвращение. Цифры. Да, он снова появляется. И у тебя везде здесь, пока Стас живет, у него есть собственное время, оно измеряется часами, чем-то еще. Но когда его внешний писатель будет заказывать, он должен показать именно в какую он эру живет. Какой вот этих за 999 лет живет. То есть такое нумерологическое представление о мире. Когда все повторяется. Ну так древние считали, что все такое. Ну, некоторые, да, что в теле все повторяется. То есть, вот, через 26 тысяч лет, по Платону. Ну, у кого 26 тысяч лет, у кого не 26 тысяч лет. Ну, по крайней мере, я вот это только так могу понять. Может быть, этот мельчанин думает иначе. Ну, у него целая монография на этот счет есть, поэтому... Просто было постараться понять. В интернете есть, он поскольку. Ну, поскольку. Ну, вы потом это, когда мы будем выкладывать, туда просто зайдите в этот, ну, на YouTube или в тему, зайдите и просто ссылки на них дайте. Хорошо. Ладно, хорошо. Сами просто. Ладно. Вот теперь бы мне хотелось несколько слов, у меня еще несколько, буквально несколько минут, поговорить о структуре всеобщей связи явлений. То есть вот есть в философии такое понятие, как всеобщая связь явлений. И с моей точки зрения, ее можно разделить на три. Я уже говорил об этом, на три таких блока. Один блок – это причинность, вот как генетическая связь явлений. Вот эта причинность соответствует конечному множеству по Картеру. И если взять тип не математического континуума, который бы соответствовал этой причинности, то это временной континуум. Повторю, не математический континуум. Соответствующий процесс, который соответствует вот причинности, это физический процесс. Ну и можно некую аналогию с классической физики предложить. Ньютоном абсолютное время, независимое от пространства и массы. Тоже соответствует этой причинности. И есть некие философско-методологические основания, которые мы можем сказать, что они говорят в пользу того, что эта причинность исполняется неукоснительно. Ну, все явления имеют причины, следствие не может обережать причину, физические явления имеют конечную форму. Дальше. Детерминизм. Вот та самая коррелятивная связь явлений, которая является не причинной, но тем не менее связью во времени. Ей соответствует уже счетное бесконечное множество. И континуум, не математический континуум, который соответствует детерминизму, это континуум событий, упорядочиваемых по продолжительности. Дело в том, что, ну, я об этом еще вернусь к этому, что, так сказать, если каждое событие, оно... не тождественно ни по своему положению в пространстве, ни по качеству, ни по продолжительности другому событию, а есть все основания полагать, что это так, то мы можем теоретически расположить все бесконечное множество событий в порядке возрастания продолжительности. И этому соответствующий процесс, который мы можем поставить в соответствие детерминизму, это процесс человеческого мышления. Ну а если говорить об аналогии классической физики, то это ньютонова масса, независимая от пространства и времени. И те философско-методологические основания, которые можем сюда присовокупить, это то, что все связано со всем в природе, и относительность одновременности событий. События – это то, что существует в пространстве и времени. И они относительно одновременны все, но это известно. И последний тип связи, вот как раз тот тип связи, который предлагается сейчас, вот рождается сейчас на моих глазах, и в институте философии об этом идет речь, Мамчук, скажем, очень серьезно этим занимается исследованиями. Синхронистичность как невременная связь явлений. То есть вот множество, которое соответствует синхронистичности, это несчетное бесконечное множество. Пространственный континуум, который можем поставить в соответствии синхронистичности. И вневременные процессы квантовой телепортации массы и состояния, которые разрешают ту самую логическую проблему невозможности движения через бесконечную последовательность отрезков пути в непрерывном пространстве.
аналогия классической физики, соответствующая синхронистичности, это Ньютонова абсолютное пространство, абсолютное движение, независимое от массы и времени. И методологическим основанием для вот всей этой конструкции является то, что всякое событие мгновенно отражается на информационном плане бытия. И какие же выводы вот из всей вот этой схемы, которая вам предложена? Ну, первое, что вот уже говорилось, теоретически возможно линейно упорядочить все счетное множество событий, располагая их в порядке возрастания продолжительности. И второе, что при отсутствии абсолютно синхронных событий, то есть событий, которые происходят не раньше, не позже одно другого, вот такие события отсутствуют в природе, то есть при отсутствии абсолютно синхронных событий происходит бесконечное множество абсолютно синхронных перемещений. И обобщая вот все это, можно констатировать, что множество синхронных событий пустое, событий счетное, а синхронных перемещений не счетное. Извините, пожалуйста, вы сказали, по-моему, что не существует таких событий, которые происходят как бы ни раньше, ни позже. Да. Почему же не существует? Любые события, связанные пространственно подобным интервалом, происходят ни раньше, ни позже. В одних системах отчета они одно раньше другого, другое в других системах... Ну, вы согласны, что относительность одновременности, она... Вы не отрицаете. Так, разумеется, так оно как раз абсолютно с этим согласуется. Согласуется. То есть я говорю, что любые два события, разделенные пространство подобным интервалом, они в одной системе отчета события 1 происходит раньше события 2, в других системах отчета события 2 раньше события 1. Ну так это и есть относительность одновременности. Ну не совсем как бы. То есть, если подходить вот с точными, абсолютно точными мерками, то все равно между этими событиями будет какой-то временной интервал. Просто мы эту погрешность не учитываем, для нас она не важна, и действительно одновременно получается. И, ну, я нахожусь на, допустим, на расстоянии, на астрономическом расстоянии от Венеры и Земли, между Венерой и Землей на одну. Абсолютно на одном расстоянии я нахожусь. И если сигнал, который из Венеры, от Венеры мной получен, а от Земли, я получаю одновременно эти сигналы, то они действительно и испущены были одновременно. Но стоит мне сместиться чуть-чуть, то и вот эти сигналы, которые я получаю одновременно, они уже не будут одновременно. Да? Дело не в смещении, а то, что стоит вам перейти в другую систему отчета, которая движется относительно этого. Ну, да. И она будет... И это тоже. То есть, но тем не менее... Нет, просто можно вот замечание? Просто Стас хочет сказать, что нельзя события упорядочить по времени, как вы хотите. Не все события можно упорядочить по времени. Вы хотите вполне упорядоченное множество по времени сделать. Этого сделать нельзя, Стас утверждает. Я то убежден, что это можно именно как раз в силу того, что каждое событие имеет временное своеобразие. Нет, я же говорю, надо два события совершенно сделаны просто. Стас, можешь, подожди, Стас, ты физическую сторону, а для этого нужно абсолютное время, и в абсолютном времени указать каждому событию свое время. Иначе это не сделать. Если время относительно, и в том числе это одновременность, то никак не упорядочить события по времени, никак. Если нет абсолютного пространства. Нет, почему? Есть абсолютного времени, если нет. А если нет абсолютного времени, то события не упорядочены. Нет, упорядочить является по протяженности. Нет, по протяженности. Ну, по протяженности. Чего вы стали человеком? По протяженности. По протяженности во времени? Немножечко. Да? Дело в том, что... Нет, это термин неудачный. В физике вообще по словам события понимается как бы... Точность. Да, точное во времени. Ну, здесь по протяженности, что они идут час, а вторые сутки. Два аналогичных события, но одно из них там час, а другое 59 там, минут, там, 59 секунд, там, тоже так далее. Тоже, если нам понимать такое событие, как отрезок во времени между А и Б, да, то в одной системе отчета одно будет больше, а другое будет меньше. Стас, то есть твой аргумент тоже действует. Да. Что что любым событием физическим, хочет сказать Стас, не присущая некая имманентная неизменная величина, как ее временное протяжение. Все зависит от схемы отчета, которую мы выбираем. Для пространственно-подобных интервалов мы можем, да, пространственно-подобных интервалов в физике, мы можем сделать так, что одно из них будет больше другого, а в другой схеме отчета будет все наоборот. Да, действительно так. Но это не важно для вас. Почему? Потому что вы же говорите, что принципиальных можно упорядочить. Значит, что вы сидите в какой-то одной системе отчета, и с этой точки зрения этой системы отчета вы все события можете разбить по их протяженности. Правда? Да. А то, что в другой системе отчета это будет... Это никакой физике не относится. Потому что физика пытается понять, как на самом деле, безотносительно, в какой системе отчета сидит наблюдатель. Нет, это просто вот такое наблюдение. Такое наблюдение, что ты все хорошо, тогда в каждой системе отчета будет свое множество упорядоченности. И будет ровно столько этих множеств упорядоченности, сколько система отчета.
понимаешь, здесь интересно не само утверждение, а интересно вопрос, который здесь ставится. А как возможно иначе? Вот давай подумаем, можно ли иначе? Иначе что? Вот сделать, найти такую систему отсчета, что в ней все события не могут быть упорядочены по их протяженности. По их длительности. Во-первых, я вообще-то не понимаю, почему здесь это по длительности упорядочено идет вообще. Разговор же шел о причинности. Нам нужно упорядочение во времени для того, чтобы принцип причинности сохранился. Причинность протяженности я не понимаю. Просто как раз прозвучало. Нет, здесь как раз я просто действительно, тут некая пустота возникла. Действительно, я говорю о продолжительности, как вы справедливо заметили, а не о причинности. А зачем упорядочить по продолжительности? А для того, чтобы можно было отличить события, множество событий от множества явлений, которые вне пространства и времени. Скажем, перемещение объектов, микрообъектов в пространстве, в соответствии с моей теорией, они осуществляются вне времени. И множество, мощность этого множества, вот этих вот перемещений, оно отличается от мощности множества событий. Множество событий, грубо говоря, не имеет мощности. Множество событий имеет меньшую мощность. Нет, множество событий не имеет мощности. Мощность континуума имеет множество перемещений. Мощность континуума имеет множество перемещений. А множество событий имеет мощность меньшую. Мощность несчетного множества. Понимаете? У нас же вроде всего лишь две мощности. Есть счетное множество и континуум. Больше других нет никаких. Нет, еще есть. Нет. Счетное и несчетное континуум. Счетное и несчетное континуум. Как раз три. Три, да. Значит, три. Все правильно. То есть, и значит, что получается, что счетному множеству соответствует что у нас? Счетному множеству временной континуум. А что вы называете как несчетное множество? Ну, континуальное, видимо. Несчетное множество – это бесконечное множество, которое можно натуральным рядом чисел обозначить. Пронумеровать. Это счетное множество. Да, а несчетное множество – это которое недостаточно натурального ряда чисел, чтобы пронумеровать. Ну, континуальное, значит, просто. Континуальное множество. Ну, тогда два, в смысле, было. Нет, еще третье. Конечное, несчетное и счетное. Конечное и счетное. Несчетное и счетное – это бесконечное. Так еще два капа есть. Это множество всех подмножеств данного множества. В заключение мне хотелось бы сказать, что вот эта атемпорально-синхронистическая парадигма находится в русле традиции китайской философии, которая, так сказать, полагает, что онтологически первичное – это покой, а не движение. Я напомню, парадигма заключается в том, антопорально-синхронистическая, что движение есть сумма состояний покоя. Перемещение в пространстве есть сумма состояний покоя. Однако противоположная ей динамическая парадигма движение, которое полагает, что покой – это момент движения тела, эта парадигма справедлива для макромира. А для микромира справедлива как раз темпорально-синхронистическая парадигма. Но при этом микромир более фундаментален, чем макромир. По отношению к макромиру он более фундаментален. В соответствии с ньютоновой механикой в микромире сила – причина ускорения, но не перемещение. В соответствии с атемпорально-синхронистической парадигмой, в микромире бесконечное разнообразие физических взаимодействий микрообъекта является причиной квантовой неопределенности его координаты и времени. То есть квантовый объект... Одновременно. Вот он находится в покое, да? Не перемещается в пространство, находится в покое. В этот момент он, так сказать, взаимодействует с окружающим. Ну, там, прямое межчастичное взаимодействие, еще какие-то взаимодействия. И вот сами эти взаимодействия, поскольку они бесконечно разнообразны, и объекты бесконечно разнообразны, с этими связана неопределенность координаты времени последующей. Вот. Но опять же, эти физические взаимодействия не являются причиной, которые происходят с объектом в момент его нахождения в покое, они не являются причиной его перемещения. Ибо если уж перемещение атемпорально, то есть вне пространства и времени, то и причина такого перемещения некая универсальная сила, не физическая, которая перемещает объекты, но никак не физические силы. То есть как атемпорально-синхронистическая парадигма, так и динамическая едины в главном.
физическое взаимодействие силы не являются причиной перемещения физических объектов в пространстве. А вот Энгельс как раз определял движение как результат взаимодействия материальных систем. Думается, что вот для подобной интерпретации в настоящее время нет научных оснований по Энгельсу. Но парадокс как раз в том, что научное сообщество находится в плену, традиционно находится в плену материализма. И я представляю, что это временное явление, что, в общем, материалистическая такая, материалистический подход в науке сменится как раз другим подходом, более разумным. Все, еще кто-то хочет сказать? Ну, по поводу того, что вот вы говорили, что движение есть совокупное состояние покоя. На самом деле есть же сумма состояния покоя. На самом деле есть же методологическое объяснение этого. Дело в том, что движение, оно связано как-то со временем, а все, что касается времени, мы понять не можем. И для того, чтобы что-то понять, мы первым делом должны элиминировать время тем или иным способом. И когда мы сводим движение к покою, это просто способ, каким мы избавляемся от такого параметра, как время, которое нам непонятно. И когда мы движение редуцируем к покою, это просто есть способ понимания движения. Но ни в коем случае не сущность самого движения. Движение никак не зависит от того, как мы его понимаем. Мы понимаем его как совокупность, как состояние покоя. Это наш способ понимания. А движение, как было движение, так оно и остается движением, оно не зависит от нашего понимания. Я с вами совершенно согласен. Но дело в том, что как в научной среде, так и в философской очень часто путают модель действительности с реальностью, Модель реальности с реальностью. Вот эти два понятия, так сказать, смещают. Хотя на самом деле это очень разные вещи. Я-то как раз говорю о том, что, по моим представлениям, как раз перемещение не является физическим процессом именно в сущностном смысле. Не в плане моего понимания этого, того, что это вот так или так. Не в плане описания, а в плане того, что на самом деле перемещение не является физическим процессом. В сущности не. Не, ну просто вся реальность... Не в связи с моим описанием. Я понял, но просто вся реальность физична, а вы сейчас хотите утверждать, что вся реальность не физична. Так вот в этом-то весь и парадокс ситуации, что эта парадигма, она, так сказать, вызывает такое, так сказать, неприятие физиков. Так понимаете, именно в силу... Можно я закончу? Вот. Именно в силу того, что что за чертовщина? Как можно представить, что святая святых перемещение в пространстве это не является физическим процессом? Ну как? Ну какой физик подпишется под этим? Никакой. Вот, никакой. Вот. А философы, кстати говоря, это уже, так сказать, философы принимают эту идею, как ни странно. Вот тут есть этот. Очень понятно, что это концепция. Если бы это, во-первых, когда вы говорите о нефизическом движении как нефизическом процессе, это фактически означает как бы полный отказ от познаваемости движения. Ну, вот. Это первое. Второе, совершенно непонятно, чем эта концепция лучше как бы традиционной. Какие проблемы она решает из тех, которые традиционно решить не может. Значит, вы совершенно правы, что первое... Отказ от познаваемости, да, само перемещение не познаваемо, совершенно верно. Вот. Познаваемое взаимодействие. Вот то, что мы можем познавать, это взаимодействие. А, значит, что несет нового? А вот, наверное, Декарт как раз и говорил, прошу прощения, Лейбниц говорил об этом, что если будет доказано перемещение скачком, то это будет доказано существование... Бога? Нет, ну фактически Бога, да. У него не так это сказано, творца вещей там у него сказано. Но мне кажется, что эта концепция в перспективе, она, если она действительно верна, то она как раз и соединяет это религиозное и научное знание в одно целое. Ну, то есть вы видите ценность этой концепции в том, чтобы как бы... Согласовать физику с религией. Да, согласовали физику с религией. Ну, там, вероятно, это одна из... С другими формами, да, там учения всяких. Именно с религиозной концепцией. С религиозной концепцией существует некая сила универсальная, которая, без участия которой ни один волосок в нашей голове не упадет. Которая творит все из ничего. Нет, просто... Вот давайте представим, да? Вот есть некий объект, который находился в одной точке пространства, да? И он перемещается в другую точку. Но вместе с ним еще и бесконечное множество других объектов перемещается.
Значит, причем они должны так разумно переместиться, чтобы еще и системы возникали в космосе, да, в итоге. Макросистемы развивались, чтобы возникало там звезды, на звезды разом со звездами, там планетные системы, на них атмосфера и человек в результате. То есть вот так все разумно должно быть устроено, чтобы вот все эти перемещения настолько должны быть согласованы друг с другом, чтобы, так сказать, вот возникал какой-то... Единственное, я могу еще сказать, какой-то, какой-то в природе процесс такой очень разумный. На этой концепции движения никакую физику построить принципиально невозможно. Я согласен, что она не физичная, эта концепция. Она, вот поэтому-то я и говорю, что физике, может быть, ничего менять и не нужно. Она просто смысл меняет. Она меняет смысл. Она именно философский подход, если хотите, это новая интерпретация квантовой механики. С позиции, так сказать, скажем, существования религиозной реальности. Пусть будет. Не, а можно по поводу религиозной реальности? Вот представьте, Бог создал такой сложный мир, который ему надо ежесекундно поддерживать, все синхронизирует везде. То есть Бог плохой ремесленник, что ли? Он не мог создать другой мир, который, тот мир, который по современным физическим представлениям простой, который сам внутренне самосогласован и работает по каким-то внутренним законам. Не проще было бы придумать такого Бога, который создал мир, он сам работает, сам по себе мир, да, а сам почил, уже... Познакомиться, не жить, а сам отдыхает. Да. Или представьте себе такого Бога, который в поте лица вот это постоянно вот все самосогласует, каждую мелочь, каждый вот микрообъект, каждый макрообъект. Да, чтобы один на один... Просто представление о таком Боге... Чтобы один перевелся на другое место, тебе нужно... Это означало бы, что этот Бог не всемогущий, вот такое складывается впечатление. Он не может нормальный мир создать, да, ему надо обязательно усложнить его бесконечно. Как раз, по-моему, наоборот, каждое мгновение... Оно творит новое, он творит новое. Сорокин по этому поводу очень хорошо сказал. Он сказал, что Бог не имеет по отношению спора Эйнштейна с Бором. Он сказал, что Бог не мечет жребий, но ничего не делает дважды. То есть вот мир так устроен, что каждое явление, оно необычно новое, оно. Ну, да, вообще-то законы физики все повторяются. Двух одинаковых электронов. Да, и двух и законов нету тогда, получается. Потому что закон это то же самое, что повторяется постоянно. Нет, законы есть. А как тогда? Вы же говорите, Бог не делает одно и то же самое. Это бесконечное множество. Всякий раз новый закон. Законы есть, но он всякий раз новый. Законов бесконечное множество. И поэтому все это бесконечное разнообразие покрывается бесконечным множеством законов. То есть в каждый момент времени новый закон, что ли? Нет. Есть некое бесконечное... Ну, вот вопрос такой. В Древней Греции существовали микробы или нет? Существовали. Существовали, да? Древние греки о них ничего не знали. Ну, вот. Значит, речь идет о том, что, несмотря на то, что древние греки не знали о том, что существовали микробы, они существовали. Вот, поэтому и мы-то не знаем о том бесконечном множестве, мы знаем только конечное множество. Да, их бесконечное множество, мы даже не знаем. Да, дело не в этом, что законы есть. Они все существуют, они все, так сказать, влияют на материю, влияют на процессы. То есть они, конечно, существуют, но, например, сила равна массе на ускорение, мы полагаем, что этот закон был, есть и будет в будущем. Конечно. Нет, если бы, допустим, мы знали только о какую-то конечную небольшую часть физических законов, а существовало еще бесконечное множество существенных физических законов, то никакое описание явлений было бы невозможно. Что... Это были бы те самые скрытые параметры. Да, которые... зная, как говорится, конечное и не зная бесконечное, которое существенно влияет, мы ничего сделать не можем. Никакая наука была бы невозможна. Ну почему? Вот мы влияем как-то, вот возьмите, да, мы как-то можем влиять на квантовые системы. Пусть очень приблизительно, но можем влиять. Это факт. А, простите, Всевышний, он абсолютно точно, его действия абсолютно точны. В отличие от наших. Наши действия приблизительно. Мы можем приблизительно повлиять на квантовую систему. Ну, точно мы не скажем ничего. Мы не скажем, никогда не можем определить, когда данный конкретный атом радиоактивного урана распадется. Через несколько секунд или через несколько тысячелетий. Мы не можем этого предсказать. Вот. Все это зависит от тех взаимодействий, которые происходят. А он это... Но если бы Бог это мог, да, тогда это и было бы скрытым параметром. Да. Ну, наверное, это и есть скрытым параметром. Если для Бога электроны различаются между собой принципиально, да, то та волновая функция не была бы этим симметричной или антисимметричной. То есть не существовало обменного взаимодействия. Не существовало обменного взаимодействия, не было Вселенной. Да и самое простое, это почему Бог не создал и абсолютное пространство, абсолютное время, не устроил все просто? Зачем ему было все усложнять? Вот это непонятно.
Чтобы доказать, собственно, бесконечную непостижимость силы. В любой момент времени он непостижимым образом действует из бесконечной силы на бесконечное количество объектов. Вот его будет и самое это главное, вот понятие Бога — это же своего рода затычка, да, вот когда мы не можем доискаться причину, мы придумываем последнюю как бы причину, которая как бы объясняет все. Типа мы говорим Бог, типа, и нам стало все понятно. Но стало ли нам от этого что-то понятно? Не знаю. Я-то думаю, что все-таки, так сказать, раз вы понимаете, без того, что вот Бог существует, невозможно объяснить, скажем, биологическую эволюцию. Невозможно объяснить существование той самой бесконечной системы Вселенной, в которой мы все с вами живем. Почему? Потому что ни один объект, который изучает наука, не является самообусловленным. Его обуславливают какие-то другие объекты. Конечно, причем, да. А вы говорите, И поэтому, если уж мы берем наиболее общий составной феномен, каково является Вселенная, да, то полагать, что он самообусловлен, но нет никаких оснований. Почему? Да потому что ни один объект, наблюдаемый наукой, феномен, он не является самообусловленным. Но дело в том, что Вселенная — это же некий предельный объект, почему бы ему не быть самообусловленным? Ну, это нарушает все то, что мы наблюдаем. Нет, почему? Вы хотите сказать о некой первопричине. Балатов на это говорит, что говорите о какой-то первопричине, но просто пустые фантазии. Да, мы ничего не понимаем от этого. Мне же интересно, чтобы я в розетку воткнул, скажем, видеокамера начала работать. Мне же это интересно. А не утверждение, что вот, у работы этой видеокамеры есть некая... первопричина. Да, именно Бог. А зачем нам каждый раз, когда мы какие-то делаем утилитарные вещи, зачем нам каждый раз задумываться о том, что, так сказать, перемещение микрообъектов в пространстве является результатом божественного вмешательства? Ну, правильно. Решение. Именно так Лаплас и ответил. Нам дают? Нам действительно не дают ничего. Вот. Именно с этого физика и началась, когда правильно? Когда мы начинаем в сущность вещей вникать, мы начинаем философствовать, мы начинаем вот эти смыслы воспроизводить, вот тогда нам и необходимо эта сущность. Потому что иначе без нее никак. Просто я хочу сказать, что тогда и рассуждения о темпоральности, они не имеют никакого смысла. Тогда можно отбросить рассуждение с самого начала и сказать, мир устроен так, как Бог, бесконечный, всемогущий Бог, захотел. И самое интересное, что любой произвол оправдать. Да, любой. Почему это? Что у тебя здесь? Здесь, безусловно. Почему у тебя чайка летает? Здесь. Потому что бесконечный и возможный Бог так захотел, так устроил мир. Да. Вот он вот. Это совсем другой разговор. Вопрос о свободе воли, во-первых. Это с одной стороны вопрос. Есть ли у человека свобода воли? Убежден, что и она есть. Убежден. В определенных пределах, но она есть. Ну, есть. Потому что вот это вот рассуждение о том, что если есть Бог, то у человека нет свободы воли, а если Бога нет, то свобода воли у человека есть, мне представляется очень уж, так сказать, примитивным и... Нет, ну мы не о свободе воли. Да, это же не касается свободы воли. Что касается того, что вот физики, да, понятно, они будут принимать эту концепцию предложенную. Да. А религиозный человек скажет, допустим, так сугубо религиозный человек скажет, это что же получается? Что пуля, пущенная преступником, так сказать, в лоб какому-нибудь очень хорошему человеку, долетает, это тоже результат деятельности Бога? Нет, такое не годится. Понимаете? То есть, эта концепция на самом деле... Ну, это что за религия, смотря? Да, нет, я имею в виду, так сказать, конечно, такую фанатичных верующих, не, так сказать, разумных таких людей, которые большинство не представляется. Но такие есть фанатики, которые скажут, что нет, ну... Тоже не годится. Как это так? Они скажут, что дьявол направлен. Ну, какая разница? Все равно сверхъестественная сила. А? Они скажут, что дьявол направлен. Они скажут, что есть нечистая сила, дьявол, да, совершенно. Но это все равно сверхъестественная сила, какая разница? Но я-то убежден в том, что вот в соответствии с этим представлением Лейбница, что если действительно мы в это уравнение ставим вот это божественное вмешательство, то это уравнение настолько выигрывает. Это уравнение и божественное вмешательство понятия несовместимы. Вот все равно там есть некая, нечто, некая мнимая величина в любом. То есть скрытый параметр, вы постоянно к нему апеллируете. Скрытый параметр, но не. Пусть это будет скрытый параметр, но это скрытый параметр не связан с перемещением. То есть не связан с перемещением объекта. Перемещение объекта по скрытых параметров перемещения объектов нет. Но если говорить о скрытом параметре как о той силе, которая влияет так или иначе на взаимодействие объектов,
И сила этого, сказать, что это сила божественная, абсолютная, то это... И отождествить ее со скрытым параметром, я тогда соглашусь. Нет, ну это же действительно, вот Игорь прав, действительно. Да и, в общем, это всем понятно, что как бы говорить так, это просто... Вот, почему так устроен весь? Ну, потому что Бог так захотел, все. И как бы, по сути дела, в этом и состоит суть такой концепции. Почему мир устроен так? Потому что Бог так захотел. А вообще смысл вот соединить физику, допустим, и богословие? Физика вещь такая утилитарная, а богословие возвышенное. Зачем? Я исхожу из того, или, наоборот, физика я, такая вещь возвышенная, богословие утилитарная. Как у тебя какая-то причина не появилась, а уже так Господь похотел, захотел. Я отвечу на это. А если Господь не захотел, значит сатана. Ну, очень, по-моему, утилитарная. На этот вопрос я отвечу. Вот есть теорема Тарского. Да. О том, что предикат истинности невыразим в рамках какой-либо одной формализованной системы. То есть невозможно в полноте отразить мир ни с позиции религиозных исключительно, ни с позиции философских, ни с позиции научных. То есть обязательно знание о мире должно быть согласованное, вот, согласованное знание. Оно обязательно должно учитывать и религиозный подход, и философский, и физический, и тогда оно в полноте, и математический. А почему это? Может быть, это дополнительные подходы, знаете, как в смысле Бога? Как по принципу взаимодополнительности. Но вы же их не дополнительными делаете, вы их в одно смешиваете. Какую я смешиваю? Я не смешиваю. Как? Я говорю о том, что единственной сущностью, которая, так сказать, является прерогативой Бога, это перемещение микрообъектов в пространстве. Все остальное, физическое взаимодействие и так далее, это, мы на это можем влиять. Зачем микрообъектам? Чем Богу двигать микрообъекты? Когда их перемещение и так спокойно, так сказать, описывается нормально, совершенно как бы безо всяких... Описывается, но сущности никто не понимает. Вот в чем дело. А что значит понять сущность движения? Это же отличное описание. Когда мы говорим, что движет божественная сила, это мы что-то поняли, мы ничего не поняли. Мы просто одни слова заменили другими. Нет, мы просто вот мы поняли, где границы возможности нашего познания. А может, там и не там? Может быть. Но как вариант, вот она здесь. Как бы нет, граница познания там, где мы действительно как бы упираемся в эту границу и ничего дальше сделать не можем. Поэтому как бы не знаю. Вот до сих пор есть интерпретации квантовой механики известные, да? Эверетовская, Боровская, Ансамблевая, известная вам, да? И сейчас еще вот я недавно как раз столкнулся, есть совершенно замечательная интерпретация. Американский физик ее предложил в 80-х годах. Суть ее в том, что частица, перемещаясь, задает вопрос, куда ей переместиться, в будущее. И будущее ей отвечает, перемещаясь туда. И она перемещается. То есть частица посылает свои вопросы, получает, значит, ответ из будущего. В отношении, так сказать, своих действий. В форме чего она посмотрела? Ну вот так интерпретируется. Ну, живая, частица живая. В общем, понятно, это предложение проэкспериментировали, проверили экспериментально, и оказалось, что никакого вопроса она не задает. Не, ну частица никакого живая. Но можно представить, что весь мир живой. Я думаю, что это тоже очень, так сказать, примитивно может быть. Примитивный взгляд, философский примитивный взгляд. Не знаю, как тут физический. Вы просто понимаете? Но он экспериментально подробный подход. У меня такое ощущение, что вот как бы, нет, я ничего не хочу говорить плохого, как бы, о ваших, как бы, изысканиях, но то, что вот какие-то вот вы ссылаетесь на каких-то авторов, вот последнее, что вы сказали, вот то, что частица вопрос задает, кажется, это не научная фантастика, которая не имеет никакого отношения ни к науке, ни к философии, ни к религии. Я бы даже сказал, ни к фантастике. Да, ни к фантастике, наверное, даже. Это вообще непонятно что. Хорошо. Вы тут говорили о экспериментах Кудрева, да? Да. Вот этим самым, о телескопе, направленном на звездочку, да. На ее расчетное положение, положение звезды в настоящем и положение в будущем. Получали три сигнала, да? Вот. Значит, речь идет о том, что здесь есть некое информационное взаимодействие, которое не связано временем. Да. Вот в чем. Вот на что эти эксперименты... Информационно, есть какое-то взаимодействие, которое распространяется бесконечно большой скоростью. Нет. Я бы... Это физическое представление, нормальное физическое представление. Я
Нет, мне, с моей точки зрения, представление о бесконечно большой скоростью, оно противоречиво очень. Чем? Противоречиво, сейчас я скажу. Вот представьте себе, значит, вот двигается объект, да? По сплошной траектории, если он, допустим, двигается по сплошной траектории, допустим, какой-то. И как Аристотель говорил, да, за бесконечно малый промежуток времени он проходит бесконечно малый отрезок пути, да? Получается бесконечная скорость или не бесконечная? Конечная. Конечная скорость. Конечная, да? Но ведь он за бесконечно малый промежуток бесконечный, так сказать. Ну, отношение конечное. Отношение бесконечно мало, конечное. Ну, неопределенность 0 делить на 0. Конечная скорость, да? Конечная скорость, да. Ну, хорошо. А с физической зрения разве представление о бесконечной скорости не парадоксально? Ну, как можно себе представить какой-то физический процесс, который протекает с бесконечно большой скоростью? Нет, ну можно... А здесь, кстати, вот что касается экспериментов Козырева, тут не нужна как бы бесконечность. Важно, что может быть существовать такие объекты, которые движутся сколь угодно быстро. Тут не надо говорить о бесконечно большой скорости. Важно, что эта скорость не, да, не имеет никаких, так сказать, границ. Она может быть какой угодно. Она может быть там. Ну, вот, например, лапласовская оценка для скорости гравитационного взаимодействия. Совершенно справедливо. По-моему, это что-то порядка 10 или 20 порядков, я не помню, без скорости света. Методолог Молчанов совершенно замечательный мысленный эксперимент предлагал. По поводу вот как раз связанного с тематической Козыревской, с смысловым отношением с Козыревским экспериментом. Он говорил о том, что представим, что на некотором расстоянии от Земли находится охотник с тахионным ружьем, астрономическое расстояние. А рядом с нами ворона. И он стреляет в эту ворону. Что мы наблюдаем? Мы сначала наблюдаем, да, а ружье тахионное, то есть мгновенно будет. Мы сначала наблюдаем падение этой вороны, а потом мы видим там вспышку этого выстрела. Да. Летящую пулю, да, наблюдаем. То есть нарушается вроде бы последовательность событий. Но на самом деле он говорит, что нарушается только видимая последовательность событий. А истинная последовательность событий не нарушается. Ну, конечно. Таким образом, какая бы ни была большая скорость, она не нарушает причинность. Ну, нам не важно. Сколь угодно большая скорость, причинность не нарушает. Но мы говорим, что возможно физическая очень большая скорость. Это как сказать, это не совсем так. Потому что действительно есть проблема согласования движений со сверхсветовой скоростью со специальной теорией относительности. И это действительно проблема. То есть просто это проблема специальной теории относительности. Нет, ну дело в том, что специальная теория относительности никто не опроверг, и как бы на ней основана вся современная физика. Нет, подожди. Есть эйнштейновская интерпретация специальной теории относительности. Есть просто уравнения как таковые. То есть она выступает противоречивая эйнштейновской интерпретации. Нет, это причем это с любой интерпретацией специальной теории относительности. Почему? А как? То есть ты, у тебя вот все равно вот, как бы вот это, то, что если два события, да, разделили пространство подобным интервалом, то значит, в одних системах отсчета, скажем, событие 1 происходит раньше события 2, в других системах отсчета как бы событие 2 происходит раньше события 1. Этот факт не зависит ни от какой, эйнштейновской, не эйнштейновской, да, вот, это просто факт специальной теории относительности. Но если эти события, это все хорошо, если эти события не связаны как бы смысловой причиной. Если они связаны с смысловой причиной, возникает уже как бы странный вопрос. Как? Ну мы допустим, можем отправить тогда, вот мы сидим в какой-то системе отсчета, мы можем отправить в прошлое сигнал из будущего. Ну и чего? Козырев это и делает, по сути. Ну как? Ну, Козыревское взаимодействие, так оно и состоит, что получаешь из настоящего сигнала. Хорошо, а ну, ты отправил в прошлое, не знаю, там, убил какого-то человека, скажем, там, допустим, а его сын уже живет, понимаешь, по факту. Можно ли убить собственного дедушку в прошлом? Как? Вообще-то мы же предлагали другое объяснение, когда объект... Ну это мы предлагали. Растянут это темпорально во времени. Не знаю. Протяженный во времени. Получается, дедушку убить своего нельзя почему-то. А почему? Ну, так, ну не смысл того отсутствия тахионного взаимодействия. Почему-то нельзя. А сигналы Козырева из будущего от звезд, которые не были еще, они же существуют. Ну, как бы это, вот я говорю... А дедушка-то здесь ни при чем. Не, ну подождите, но есть же более простое, действительно, вот на основе теории Балдачева, рассмотрение темпоральных объектов, которые расположены во время. Нет, это не о том, а Стас говорит, что сам по себе это принцип. Принцип, что выступает, противоречит специальной теории относительности. Действительно, как бы, и тут... Принцип какой?
Ну, принцип некоторого взаимодействия с бесконечно большой скоростью. Не с бесконечно большой скоростью. А там не требуется, если мы понимаем, что объект темпорально протяженный, там не требуется никакой бесконечной скорости. Там не требуется, просто говорится. Не, ну давайте так, вообще-то, если возникают такие вещи, то всегда можно рассмотреть альтернативные теории, где вот таких вот парадоксов. Темпорально протяженный объект. Во времени, значит, вот как в пространстве, ну, есть протяжение. Нет, о темпорально протяженных объектах говорить не будем сегодня. Не, ну просто как бы вопрос, раз мы поднимаем вопрос, и всегда есть некие другие объяснения тех же самых явлений. Где не надо предполагать ни о какой бесконечной скорости. Просто если мы действительно предполагаем, что у нас есть какой-то объект, взаимодействие с предметом ведется сверхсветовой скоростью, то Стас хочет сказать, что это вступает в противоречие не только с эйнштейнской интерпретацией специальной теории относительности, где это просто прямо запрещено, но и с любой другой интерпретацией специальной теории относительности. То есть я полкарая. Не, ну а разве не так, что все объекты со сверхсветовой скоростью могут взаимодействовать с объектами со сверхсветовой скоростью? Никаких проблем не возникает. Там разве вот этот световой конус, разве он не разделяет вот два мира, как мир, который живет со сверхсветовыми скоростями, и мир, который наш? Ну ладно, давайте мы не будем говорить о Козыревской скорости. И собственно, проблема причины связана, что невозможно. Ладно, все, значит, да, тогда. Еще кто-то хочет что-то сказать. Простите, а в чем больше, вот вы сказали, что соединение как бы богословия и физики больше полнота, да, познания? Нет, не богословие скорее, а религиозная философия, да, с физикой. Да. А в чем больше полнота? Полнота чего? В чем больше полнота знания появляется вообще? Ну, я же сказал, что из теоремы Тарского о том, что в полноте познать истину нельзя, интерпретируя таким образом, что в полноте познать истину нельзя, находясь в рамках какой-то одной формализованной системы, там философии, науки или религии. То есть для того, чтобы в полноте познать действительность, реальность, то, значит, нужно обязательно исходить из совокупности формализованных систем, а не из одной какой-то, из всех совокупностей. Ну, надо взять, если просто говорить, не одну точку зрения, а много точек зрения, да, и рассматривать явление или там феномен со многих точек зрения. Что может быть совершенно кардинально. Там все религиозное, физическое, там, философское и прочее. То есть, когда ты смотришь на объект с разных позиций, как бы, и ты проясняешь в этом объекте с каждой позиции нечто новое. И потом складываешь его как такое нечто, как мозаику. Там да, что-то добавить, допустим, там, религиозная философия, что-то добавить физика, что-то добавить философия, там что-то добавить еще какая-то другая дисциплина и так далее. И объект у тебя станет таким многогранным. Потому что каждая наука, она отсекает ненужное, она берет объект только в определенном аспекте. Физика рассматривает в одном аспекте, религиозная философия в другом. То есть смысл соединиться, да? Ну, есть, наверное, смысл. Есть же задача интегрировать все наше знание в некое единое огромное знание. Такая вот задача интеграции такая существует, теоретически существует. Пока она не удается, потому что даже внутри физики не удается различные дисциплины физически интегрировать, там, или, допустим, создать единую теорию там, взаимодействия и прочее.